Добрый день, друзья! Сегодня мы соберем из конструктора динозавра диплодока. Динозавры жили много-много лет назад. Одни из них имели размер цыпленка, а другие были величиной современный самолет. Динозавр диплодок – это самый крупный наземный динозавр. Он был травоядным, имел длинную шею и хвост, при помощи которого защищался от хищников. Для создания динозавра диплодока нам понадобится конструктор, инструкции по сборке и глаза для оформления головы. Начнем с головы диплодока. Для этого нам понадобится два кирпичика размером 2 на 4, один из которых с вырезом дугообразным. Ставим их лесенкой. Делаем шею диплодока. Для этого нам понадобится 7 штук кирпичиков 2 на 2. Соединяем их башенкой. Соединяем голову и шею. Переходим к телу диплодока. Для этого нам потребуется 6 кирпичиков размером 2 на 6. Сначала берем 3 кирпичика размером 2 на 6 и ставим их вертикально. Затем берем 1 кирпичик 2 на 6, ставим его горизонтально посередине. Таким образом. При этом оставляя выступ для головы и для хвоста. Закрепляем остальные детали. Делаем спину диплодока при помощи желтых кирпичиков размером 2 на 6. Осталось сделать гребень. Для гребня возьмем 3 кирпичика размером 2 на 2. Ставим их посередине. Переходим к хвосту диплодока. Возьмем 2 кирпичика размером 2 на 6 и 1 кирпичик размером 2 на 2. Соединяем длинные кирпичики лесенкой. И на самый кончик ставим кирпичик размером 2 на 2. Соединяем голову, шею, тело и хвост. Делаем ноги нашему динозавру. Для этого возьмем 4 кирпичика размером 2 на 4. Ставим передние ноги. Динозавр почти готов. Осталось сделать нашему динозавру глаза. Вот такой интересный, милый динозавр у нас с вами получился. Спасибо за внимание, ребята. До новых встреч!